Всех приветствую. Приехали мы снова на 5 пальцев. Ну, решили вообще дальше пройти. А тут мимо шел, я в тот раз не заметил почему-то этого. Отсюда, с этого момента, может быть, тут проходили, я не смотрел. Вот видно на вот этом пальце такой классный вырез. Сейчас приближу еще. Вот прям полукруг такой. Причем он такой гладкий, ровный. Ну, когда-то вроде здесь либо круг вырезали огромный, либо как-то полукруг вырезать умудрились. Вот такой вот нюанс интересный. Ну, тут я в эту пещерку в прошлый раз не спускался. Сейчас, наверное, ну, как пещерку. Грот. Сейчас посмотрю, может быть, и спущусь. Почему бы и нет. Все равно мы сегодня туда дальше там смотрели. Тоже что-то интересное было, не помню уже что. Сейчас посмотрим. Ну вот, зашел я в этот грот. Ну, высота такая, правда, тут вот пару камней так висят. Не очень приятно. Но такое впечатление, что тут кладка. Как блоками выложено, сверху, по крайней мере. По бокам все счесано, а сверху вроде как... Было когда-то положено, наложено кем-то, заложено, покладено. И вот там какие-то отверстия опять интересные, очень ровные. Ну, в принципе, ничего тут интересного так особо нету. Единственное, вот потолок, он как будто здесь ложенный. Кусок просто выпал. Думал, отверстие, внизу отверстие. Ну ладно, пошли дальше. Ну, в этот раз мы решили не проходить. Подъем такой, ну, я не знаю, сколько градусов, но очень крутой. Прям местами идется с пробуксовками. А тут я видел с той горы, вот с той вот, видел, что тут какая-то то ли грот, то ли пещера. Ну, вот в этот раз решил не проходить это дело мимо. Тем более на тех горах мы были, на выложенных кем-то, на сложенных, на складенных. И решили пробраться к этой пещере. Но тут не все так просто, я вам скажу. Где я ее видел, я даже не помню. Где-то тут. Вопрос только где. Я хорошо помню, что я ее видел. А где? Теперь отсюда я ее не вижу. Ну тут, честно говоря, вот тут такие, как блоки тоже. Вот тут пам-пам, блоки. Какие-то уже поотваливались. Кстати, хотел ту снять. Надо левее отойти. Где вот что? Как она сложенная, красиво. Еще разок сниму. Но... Если ту фотографию приложить, это, в общем-то, 100 лет прошло, или даже больше. Конечно, это все счесалось, а там на фотографии вообще было классно это видно. Ну, сейчас, ладно, буду искать. Где-то тут я видел, а где, не помню. Ну, что бы вы думали, я ее нашел. Я не знаю, это пещера или нет. Сейчас я достану фонарик. Ой, ну и что-то у меня такое предчувствие, Мишань, что мы можем сегодня клещей наловить. Ну, маленькая, она сквозная. Прям насквозь туда похоже. Я-то думал, тут оттуда смотрелось, тут что-то кто-то с ночевкой, что ли. Тут костры палят, походу. Что-то тут написали. Сейчас мы прочитаем. Может быть, даже переведем, если получится. С меня такой переводчик, как, блин, кое с кого космонавт. Так, туда просто право расщелина. И я вышел куда-то. О, расщелину такую. Ну, она просто сквозная такая. Ну, как бы, ничего тут интересного по мне так нету. По сравнению с той катакомбой, которую мы видели большую,
вырубленную. Ну, может, там пленные вырубали. Вполне реально. Не такая уж она и большая. Тут, конечно, я не знаю, кто что. Что там написано, не читал? Сейчас попробуем прочитать. Короче, с нас такие переводчики. Ну, кто по-немецки хорошо читает, вот они переведут, наверное. Я вот так, чтобы все видно было. Тут первое слово «лебе». То есть что-то он... Что? Варах левая. Хава кайна. Что-то ему не нравилось, и что-то... Короче, ну, немецкий одним словом. Так, еще раз покажу. Кто-то захочет, в комментариях может перевести. Так, фонарик, блин, он блестит у меня на всю эту... О, вот так. Там первое... Сверху правое слово, это «лебе». А потом, может, и сам переведу дома. Через этот переводчик, блин. Прошлый раз не видели, а тут интересно. Идем, а тут, похоже, прям бамс, и стена выглядывает. Остаток стены прямо на тропинке. Куда она идет, какой возраст этого кирпича неизвестный. Причем он лежит вот как бы ребром. Интересно. И куда-то туда пошел, вот под землю. Не знаю, как это на камеру будет, но отсюда я вот смотрю. Ну, реально кто-то это тут прям ложил друг на друга такими пластами. Очень интересно смотрится. Ну вот еще раз эта фотография. Я что-то думал, больше 100 лет, а да, тут почти 200 лет. 1842 год. 32, да? 1832 год. Ну, а тут ни одного дерева, то, что я показывал. Правда, все опять отсвечивает. Так, придется опять фотографию делать. Ну вот, сегодня мы пойдем, там мы в прошлый раз ушли направо, сегодня мы пойдем левее. Там какие-то мостики были интересные, мы их видели, просматривали. Сейчас мы попробуем их найти. Вот, смотрите, сейчас все тут в лесу. 1832 якобы. Ну, я, вполне возможно, эта фотография позже была, именно после катастрофы, там, после 840-х, то как бы все понятно, объясняет, ни одного дерева там на этой фотографии вы не найдете, где были деревья, да и потом по самим деревьям посмотрите, вот самое, наверное, вот, идем толстая, да, вот прямо, ну, там справа чуть толще есть, ну, сколько ему лет, ну, где-то в районе 200 лет. В принципе, тут толстых деревьев-то нету. Таких прям, чтобы там лет по 300 можно было им сказать хотя бы. Ну, типа, вырезали их, и они не успели дорасти. Ну, вырезают тут те, которые падали, ну, они бы сгнили, а те не сгнили. Это упавшие деревья. Так, ладно, мы идем дальше искать какие-то там мостики, и, может быть, что-то еще найдем. Ну, тут это не то, или это мы видели, возможно, это нам показалось странно. Тут это трамплинчики, горки всякие для этих велосипедистов, скорее всего. На мотоциклах, скорее всего, тут нельзя ездить. Да, наверное, для велосипедистов. Как бы тут погонять им так, всякие кочки, ямки, вон там тропинка прям вся в таких бугорках и ямах туда уходит. Тут вот слева еще. Но мы сейчас все равно пройдемся немного дальше, а потом, возможно, где-нибудь на гору взберемся еще дальше. Мы же далеко не уходили, мы вот тут где-то как раз и вверх ушли. Ну, тут похоже на какой-то схрон. Ну, конечно, он довольно глубокий. И он, ну, очень низкий. Сюда залазить, конечно, буквально чуть больше полуметра. Сейчас он обойду, там слева еще какой-то есть. Может быть, это соединенное. Возможно, когда-то тут немецкие партизаны прятались. Ну, вот это с другой стороны, тут вроде как бы
откопано немного. Тут вот я вижу внизу прямоугольник. Интересно, вроде как положено это было. Или так вырезано изначально. А дальше никуда не уходит. Ну, хотя, может, завалено, но ничего не видно там. И вот эта вторая сторона той маленькой партизанской норки. Ага, точно, она сквозная. Но здесь, похоже, тут вроде как обвалилась. То есть она была куда-то сюда дальше. Вот здесь все обвалилось. На какой, насколько далеко, не знаю. Может, вот тут и было, где я стою, что-то тоже под деревом в виде схрона. Все, может быть, тут бревнами было закрыто или еще как-то, не знаю. Сейчас трудно тут разобраться. Но там-то прямоугольно точно вырезано. И дальше почему-то ничего не видно. Ну там листьями завалено все. Ну тут явно земля выбратая. Ну ладно, пошли дальше. О, еще что-нибудь интересненькое попадется. Вот съездили мы в Тале, вот здесь хожу опять и много других вспоминаю, где ходил. Опять вот у меня вопросы, все время они глотали, как-то я их не озвучивал, но рано или поздно это надо озвучить. Вот город у нас, везде этажи под землей, где-то даже по два этажа я находил, а может быть даже и больше. И вроде впечатление, вот соседние города, деревни, везде, где я это не смотрю, все похоже одинаково. Вроде как выглядит сверху засыпало. Но не похоже, что сверху, потому что вот тут я хожу, много я вижу открытых вещей, и нету вот этих нескольких метров вот этой вот глины. И вот тут у меня напрашивается вопрос. Как же все-таки это происходило? Конечно, у меня втыкается вот эта официальная версия, самая такая более правдоподобная, это если так строили. Но опять же, она никак не состыковывается с официальной историей. Это люди с лопатами в то время рыли по несколько метров, потом строили стены, потом засыпали. Ну, полная какая-то чушь. В общем, и то, что сверху вот не пляшет, и то, что так строили, тоже ерунда. Может быть, нам налево надо было пойти, а? Где-то мы тут в тот раз были, или дальше мы хотели повернуть налево, а потом повернули направо и попали в эти штольни. Ладно, сейчас посмотрим. Но вот эти вопросы меня частенько напрягают. Потом хочу я еще на карьер съездить, посмотреть. Какой вообще вот там слой земли сняли до именно вот этого щебня. Тут у нас есть озера свежие, вырытые, карьеры, песок добывали. Ну вот надо там посмотреть, потому что ну не срастается ни то, ни другое. Вот это все как-то подозрительно странно. Непонятно. Никак ничего не состыковывается. Ладно, посмотрим сейчас дороги. Так, здесь мы были, значит, нам надо. Там мы уже несколько развилок прошли. И по какой развилке сейчас нам пойти, пока непонятно. Потому что тут что-то найти не так просто. Я вот не знаю, эти помещения от воинской части остались такие вот, как палаточками или нет. Тут уже ниже, я точно знаю, русская воинская часть была. Тут сейчас лошадки гуляют. Возможно, смотрю, они бетонные, литые, бетонные какие-то, там двери мощные. Скорее всего, это остатки воинской части. Все остальное снесли. Ну, сегодня не очень удачный день у нас.
Да, и потом уже все в зелени, тяжело что-то увидеть. Больше мы пока ничего не увидели такого, чтобы было интересненько. Тут, конечно, пока мы сюда дошли, была куча развилок. И куда повернуть, не знаешь. Примерно так где-то интуитивно чувствуешь, что надо туда идти, туда, чтобы сюда, в общем, выйти. А вот по какой развилке, ну да, вон тут бетонные плиты, смотри, какое ограждение. Ага. Даже вот какой кран стоит. Мощный. Это же для пожарных, правильно? Ну, подозреваю, вот это остатки все-таки воинской части. А туда дальше все снесли и там это поставили эти, как они, солнечные батареи. В общем, не знаю, сейчас мы скоро уже дойдем. Закончится эта гора и лес. Подозреваю, мы тут ничего больше интересного не увидим. Ну, хотя, кто его знает. Не буду еще пока прощаться. Вот тут домик интересный. Я в тот раз забыл снять. Такое впечатление, что этот дом к катакомбе пристроен. Он там нижний этаж. Отсюда плохо, правда, видно, но видно, что он где-то там чуть ли не под землей. Там стена укрепляющая, там гора. Возможно, он там, у него в горе еще помещение есть. Такое впечатление. Ну, внизу точно второй этаж, не знаю. Первый, получается, он как подвальный под землей. Ну, прикольно. Очень прикольно. Больше мы сегодня ничего интересного не нашли. Конечно, тут бы поближе. Ну, все, частная территория. Поближе уже не подойдешь. Все, уже возвращаемся к машине. Конечно, красиво весной, гулять по лесу приятно, погода особенно такая, тишина, облачность, ну, дождя вроде пока, по крайней мере, не намечается, тихо, едва-едва ветерочек, ну, просто очень приятно. На этом, пожалуй, на сегодня все, всем удачи, счастья, здоровья, пока.